Хей-хей! С вами канал Румплей! И сегодня у нас предновогодний пластилиновый челлендж. Слово-то какое? Ну, модное. Очень челлендж. Кошмар какой. Ну, а что сказать? Нервы, суета. Год тяжелый у нас тут такой. Что перед Новым годом все это дух раздражает, пробки. Поэтому мы решили разрядиться, как психологи советуют, полепить. Угу. Моторикой позаниматься. Успокоить нервишки. Что-нибудь полепим. Хоть что. А давай полепим человека года. А кто у нас? Спанч Боб. Спанч Боб. И Цунюк. Да нет, давай Путина слепим. Как ты сказал? Легко. У меня такие ножки у него. Смотри. У меня уже он сказал, только. Только руки у него реально пластилиновые, смотри. Ты почему с ног начал? Не знаю. Блин, так нечестно. Подожди, я не помню прическу у Путина. Офигеть, ты заморочилась. Так нечестно вообще. Глаза какие у него? Добрые. Самый добрый человек в мире. Явно голубые, по-любому. У нас какой-то совсем детсадовский уровень. Уже, я не знаю, нужно было как-то попрактиковаться. Это успокаивается. Гоша, ты где такой классный? Ну-ка, да, я тоже ноги сделаю. Ничего себе! У меня-то вообще пластилин. Ой, детсадовский уровень. У тебя нормальный он. Все, все, у меня готов. Я первая. Гоша, у тебя слишком классный он. Слишком? Что ты подмазываешься так? Быстрее, ого, это сделал. Голос, ты что, прическу, главное, похожую? Я вам пришлепала, да и ладно. Я еще ему делаю чемодан. Чемодан, чемодан, чемодан. Ты что, на конкурс, что ли, на какой-то готовишься? Нефть качает. Надо было тебе сделать его, типа, таким открытым ртом. Типа, так, что он вещает. Ну, у тебя очень крутой. Мне кажется, мой больше похож, а твой он это, ну, как просто дипломат. Не, какой-то такой ау. Ты кто такой? Больше похож на какого-то хохола, да? Ну, кстати, да, это получилось Путин, и это, как его зовут в Украине-то, самый молодец-то, который у них. Все, я забыл уже всю эту политику, нафиг эту политику. Ладно, давай, раз нафиг эту политику, что-нибудь. Давай вообще новогоднего Дедушку Мороза слепим. Ну, в принципе, они будут смотреться вместе. Да. Так, ну давай, Дедушка Мороза. Санта-Клаус или Дедушка Мороза? Я буду Дедушку Морозу. О, я. Ну давай я Санта-Клаусу. Давай. Санта-Клаус. Как ты там стручишь? Ой, давай, ага, прибедняется мне. Я уже увидела твое мастерство. Happy New Year! Happy New Year! Ну, внутри падли. Ну, дай ему хоть Спанч Боба сделаю тогда. Да какого Спанч Боба? Ну, я хочу Спанч Боба еще тогда сделать. Раз уж Патрик есть, пусть будет Спанч Боб. Squarepants. Кто проживает на дне океана? Да, что-то там, малышка.
Малыш без изъяна. Губка, малыш без изъяна! Мне черный надо, у Панч Боба черные ножки. Что у меня с лицом проблемы, да? Ладно, все, без Панч Боба. О-о-о, Дедушка Мороз пришел вас поздравить. О, я знаю, что тут не хватает. Что? Елки. Елочку, ну давай. Давай вместе сделаем елочку. Ну давай общую елочку сделаем. Нет. Нет, нет. У меня будет креатив. Какой у тебя креатив? Какашка какая-то. Кот насрал как будто. Что это ты такое делаешь? Я такую елочку сделаю. Какой? Да ты молодец. Ладно, давай вместе. Нет. Да, она будет красивая вместе. Нет, спасибо. Ну, пожалуйста. Моя елочка. Может, я украшение сделаю на елку? Я буду делать украшение. Ладно, ладно. Делаю украшение. Телка, нет, нет, не буду, сама сделаю. Где она, твоя елка? Покажи мне ее. Это делает, понимаешь, человек, который в садик не ходил. Что-то у меня последняя веточка какая-то не очень. Да ты делаешь или нет? Вот я украшение делаю. В моей команде балласт какой-то. Тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та-та-та. И настроение улучшается. Вообще сразу вот. Попробуйте тоже полить пить дома. Так успокаивает, забываешь про все такое. С любимым он сидит, время проводишь. Красота. Когда вы последний раз вообще лепили из пластилина, а? Скажите мне. Это все как-то не до того. Вообще. Всех дела, все дела. Смотри-ка, елка, я просто... Это шедевр! Это шедевр! Не, ну Путин, ты оцените Путина. Он такой деловой такой. Топ-топ-топ. Как его зовут, господи? Ты не помнишь? Украине, так как его там зовут? Я не политик. Да, не политик, а слушай, да. Почему как-то куда мне из головы вылетело? О. Господи, как можно было забыть такую-то фамилию? Порошенко! Порошенко и Путин, вот! Ты Порошенко прямо сконструировала. Еще вот сюда получается, да, где там не хватает? Вот тут не хватает. А вы уже нарядили елку? А у нас уже вот она. У нас уже елочка готова почти. Так классно вообще. Джингл-бэнг. Ну, у тебя точно не Санта-Клаус, слушай. У меня хоть чуть-чуть похож быть. Ну, у меня, значит, Патрик будет. Нет, ну это Лада Порошенко, но это тоже не Путин. Это не знаю. Слышишь? На Путина тут. Так, я теперь знаю, чего еще не хватает. Кремля. Кремля. Курантов мне скажи. Да не, ну все, хватит, наверное, уже. У меня уже все ручки грязные стали, пластилинчики. Да нет, огромное удовольствие полепить. В общем, ребята, у нас тоже к вам просьба. Да. Пожалуйста, оцените наше творчество. Проголосуйте. Чьи рукоделие, как это назвать правильно? Вам больше нравится, кто из нас, так сказать, проиграет, когда вы проголосуете? Окажется худшим. Ага. Тот в следующем видео будет делать Gundam Challenge. Да. Вообще жесткий. Кстати, кто не знает, что такое, вы это посмотрите сразу в YouTube, что такое Gundam Challenge. И... Ну, Гоша ссылки, наверное, ставит. Да, я ссылки оставлю там внизу, опять, как всегда, перед комментариями. Вы пишите давайте что-нибудь. И еще у нас будет новогодний челлендж. Так что ждите, это еще будет такой зачем примерно. Ты это сказала? Почему? Придется ведь делать теперь челлендж. Обязательно придется. Хватит. Да мы вообще ленивые. Смотри, он уже падает. Тише, Порошенко-то пускай падает. Смотри, тоже. Ничего себе, такой год тяжелый был. Все уже упали. Все, всем пока-пока. Пока. Вот мне вам говорить там что-то. Да. Да. Мы этот тест мы выкладывать будем.